давайте разберем эту песню. Итак, аккордов немного, но играется довольно интересно. Ставим каподастер на 3 лад. Читаем от каподастера. Это будет нулевой лад, первый, второй, третий и так далее. Ставим АМ на 2 струне первый лад, на 3 и 4 струне второй лад. Бьем АМ вниз. Просто ударили вниз и сразу заглушили. А вот первый самый низ я бью по басовым струнам, то есть стараюсь первую, вторую не играть. То есть, ну, примерно вот так. Ударили. И теперь играем третью, вторую. Получается вот так. Не вот так, да, мы дергаем. А каждую струну мы дергаем и сразу глушим. То есть, вот я дернул третью струну и сразу палец обратно поставил, чтобы ее заглушить. Да, не вот так. А... Получается вот так. Идем дальше. Да, вот ударили вниз, сыграли третью, вторую. Теперь на второй струне играем 3-4-3-1. Дайте еще раз. Ударили АМ вниз, играем третью струну, вторую. На второй струне 3-4-3-1. И на третьей струне 2. Получается вот так. Дайте медленно. Теперь играем третью открытую, вторую открытую и опять на третьей струне 2. Получается вот так. Дайте все склеим. Теперь ставим G. G достаточно зажать на 6 струне 3 лад, на 5 струне 2 лад. Бьем G вниз. Так, сейчас. Да. G бьем вниз. Тоже по басовым струнам стараемся максимум до 2 струны ударить. И потом ставим АМ и еще раз бьем его вниз. Получается вот так. И после АМ сразу глушим. Опять играем соло, также в начале. Только в конце, на второй струне, четвертый лад. Ну, давайте быстренько скажу. Вот мы сыграли G и AM. Теперь играем также третью, вторую струну. На второй струне 3, 4, 3, 1. И 4 теперь играем. Получается вот так. Теперь. Тут вот довольно сложный момент. Так, сейчас. А, смотрите, вот мы дошли, да, на первой струне четвертый лад. Теперь добавляем на шестой струне третий лад, большим пальцем зажимаем. И пока мы играем только на второй струне 4-3-1. А, нет, давайте смотрите, как мы играем. На второй струне играем 4-3-1, 4-3-1. Но второй раз, когда мы играем 4, мы вместе с ней дергаем третью, четвертую и шестую. Будет вот так. Да, давайте еще раз. То есть мы играем на второй струне 4-3-1. Теперь опять зажимаем четвертый лад. Дергаем вторую, третью, четвертую и шестую вместе. Потом играем 3-1. И опять бьем АМ. И уже начинаем с самого начала. Получается вот так. Давайте еще раз. И тут
начинаем уже играть боем. Итак, как тут играем? Сейчас сам чуть-чуть соображу. Итак, поставили АМ. Играем пятую, третью вместе. Потом играем четвертую. Да, вот так именно четвертую, движением вверх. Как бы уже на бой переходим. Потом бьем вниз до третьей струны. И потом дергаем вторую струну. Получается вот так. Теперь на второй струне зажимаем третий лад. АМ оставляем. Играем пятую, вторую вместе. Вторую так сильно, что еще немножко третью задеваем. Теперь на второй струне четвертый лад играем. Также движение вверх. На второй струне третий лад. Бьем вниз. Да, получается уже вот так. И в конце на второй струне первый лад. Дайте медленно сыграю. А, вот до второй струны. Теперь. Пятую, третью вместе. Четвертую отдельно. Бьем вниз до третьей. На третьей струне теперь 0. На второй 0. На третьей 2. А, нет. В конце на третьей 2 вместе с пятой еще. Довольно сложно. Давайте я, наверное, попробую еще раз объяснить. Это вот весь АМ. Там, в принципе, остальное уже полегче, если с этим можно разобраться. Итак, давайте попробуем еще раз, как раз чуть-чуть попонятнее будет. Играем пятую, третью вместе, четвертую отдельно, бьем вниз до третьей, теперь вторую дергаем, на второй струне третий лад зажимаем, играем пятую, вторую вместе, на второй струне четвертый лад. На второй струне третий лад бьем вниз. На второй струне первый лад играем. Теперь пятую, третью вместе. Четвертую отдельно. Бьем вниз до третьей. Третья открытая, вторая открытая. На третьей струне 2 вместе с пятой. Потом вниз до третьей. А, давайте еще раз. Вот это сыграли, да? Пятую, третью вместе. Потом четвертую дергаем. Бьем вниз до третьей. Ставим G и играем с третьей струны вверх. G. Давайте медленно сыграем. Дошли, да? Ну, потом АМ также мы играем, как уже играли. Только концовка меняется. То есть тут то же самое, да? Вот когда на второй струне один, мы до этого момента то же самое все играем. Теперь зажимаем такой аккорд. Барре на третьем ладу. На второй и четвертой струне четвертый лад. Тут нужно сыграть аккуратно и первую струну стараться не задевать. Ну, еще можно
палец, который на второй струне стоит, ее чуть-чуть касаться. Вот так. В общем, первая струна тут уже не входит в аккорд. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Потом играем вверх, вниз, вверх. Так, сейчас вот дернули, да, вместе пятую, четвертую, третью, вторую вверх, вниз, вверх. Теперь пятую и вторую вместе. На второй струне третий лад. И на третьей струне пятый лад. Да. Опять на второй струне зажимаем четвертый лад. Играем пятую и вторую вместе. Опять на второй струне третий лад. И на третьей струне пятый лад. Получается вот так. Давайте быстренько еще раз все проговорю. Ну и вот этот аккорд, не знаю, как называется, дим какой-то. Так вот, поставили его. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вверх, вниз, вверх. Пятую, вторую вместе. На второй струне третий лад. На третьей струне пятый лад. Зажимаем на второй струне четвертый лад. Играем опять пятую, вторую вместе. На второй струне третий лад. На третьей струне пятый лад. И начинаем заново. Дайте я попробую вторую часть всю медленно сыграть. Давайте еще раз. Вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.